Ну что ж, приветствую всех на трансляции. Сегодня мы с вами смотрим матч Милф против Юнити. И основной, как и обычно, уже посмотрит матч. Ди, привет. Всем привет, всем добрый вечер. Живой раунд у нас начался уже. Милфы забирают его. Хочу отметить, что очень ответственно команды подошли к вопросу проведения матча. Все были на сервере за 10 минут до начала. 6 минут начинается матч. Были переподключения какие-то, проверяли стабильность подключения, видимо, игроки. Практически вовремя начали. О, ты посмотри, интересно, в пятером Милф играет Б. Дрома тут для двоих. Что происходит? Просто стенка на стенку решили зарубиться команды в туннеле. Какие-то прям супер тактики. 1-0. Харрисон делает минус 3. Как тебе такой раунд? Довольно интересно. Ну, Unity использовали обычную, в общем-то, тактику для заветного раунда. Фаст на Б. Но Милф абсолютно точно угадали точкой, куда играются турки. Саймон в банке убивает нового игрока из Unity. Ну, нули ходят пока у нас. Unity мелфы стандартно стоят 3-2. Спокойно забирает раунд. Милфы 2-0. Снова в банке у нас война. Юнити втроем попробовали выйти. Милфы их встречают. Двое на нуле остается, насколько я вижу. Один уже зигзаг обливен проходит с дигвом. Двоем они здесь бомбы. Счет у нас сейчас будет первый оружейный раунд между командами. Интересная позиция у History, готов он встречать парапет. По-моему, по длине, на длину у нас собирается уходить Unity.
Нет, возвращается снова на миду. Три убивают. Бомба пробегает верхнюю темку, и походу это будет выход Б. Оливер откидывает флешку. Она принимает вдвоем с Харрисоном довольно легко Бенни, бомба падает на Б. Нас хп всего лишь было у Пливиана. Умирает он в верхней темке, остается последний Триакин. Четыре ноль становится счет. Пост Б от Юнити, походу. Да, здесь снова без шансов. Ни у кого не получается забрать Юнити. 5-0. Длину у нас. Юнити здесь уже встречает. Разменивает дестракты Саймона. Там уже с двух сторон зажали, просто вышли в длину. Милфы спокойно забирают остальных оставшихся юнити. Ульвер хорошо отыгрывает с хаешки, забирает обливена. Страх тоже два минуса делает. Два в два ситуация. Смещаются юнити в сторону Б. О, бежит уже под Б. Есть информация. Один уходит. Будет в панели. Хороший прострел от Саймона. И также на размене забирает он съемки последнего из юнита. Ну это 7-0. Рак пишет, что нас дурят и показывают запись их шоу-матча.
for the good game. Дурак, в свойственной ему юмористической манере. На юмор рака, если так можно сказать. Раку привет. Также большой привет девочке и мой Малу. От них донат 250 рублей залетел. For the good game. Спасибо большое. Я очень ценю эту поддержку. Там уже общий донат у них, по-моему, на 100, под 100 долларов залетел. Одни из самых частых наших донатеров. Постоянные зрители и донатеры. Именно. Спасибо большое еще раз, донат. Тем временем мифы у нас 2 ВП играют. Пытаются длину выйти, но у меня такое ощущение, что там уже все мелфы почти собрались на этой длине и готовы ее встречать. Серия разменов с ОВП у нас на длине. Харрисон уже забегает в спину. Хорошая флешка прилетает. Спокойно фул выходит и забирает. Последнего с бомбой 8-0. Пытались у нас юнити сыграть фейк Б через мидл. Точнее, мидл через фейк Б. Ну, мало это. Мало что хорошего из этого получилось. Остается последний тряки, но он уже сделал минус 2. Пол в итоге забирает его в окно. 9-0 еще становится. Закидывают хаешки банка у нас, мелфы. Мео, походу, забирает Оливера с АВП, который был на миде. Разбирают миф. И, видимо, думают, что делать дальше. 4-4 пока ситуация. Бомба перемещается на Б потихонечку. Мео снова пытается выйти в мидл. Скорее всего, будут Б играть в итоге юнити. Саймон отлично играет с АВП. Тупой Харрисон принимает дестракта. Харрисон в итоге добивает и забирает раунд.
20-ка здесь. На зигзаге отлично принимает бомбу у нас. Мюху. Пытается последний забрать АВП. Это у него не получается. Да, у Мюфа так защита пока сбоев не дает. Турки достаточно пока... агрессивно играют в защиту. Да, турки пока не могут взять раунды. Да, вышел Мио у нас банку, взрывает его Милфа. Перестреливает у нас деструк Оливера на миде снова. Выходит мидл юнити. Арисон на Б отбивается. Ну, здесь уже с КТ помогает остальные из мёртв. Последний вортек с бомбой погибает. 12-0. У нас уже прошли на танцпол юнити. Серия разменов 4-4. Vortex 2x забирает темки, хорошие фраги. Выходит бы уже кто-то из мюфов. Заходит обратно. Все-таки через флешку решают попытаться отбить. Вдвоем они остались против четверых юнити. Юнити близки к тому, чтобы взять первый раунд. Размочили они счет, 12-1 он становится. Собирается у нас в длину выходить, ребята, извините. Прилетает хорошая хаешка, вторая, Саймон забирает. Ну и 20 хп там я видел, у юнити оставалось кого-то. Вортекс забирает хистори. Успевает перезарядиться и забирать падающего вниз в яму Триакина. Да, легко для мюфов, 13-1. 13-1. Трякин перестреливает у нас Оливера. Ну, кстати, в чате пишут ответ на один из вопросов, который у меня был сегодня. Почему не играет Secular за Unity на Dusty 2? Янкосон пишет, что у Secular операция на глаза, где-то еще 2-3 недели его не будет в строю. А
как же не проверили это? Да, Фаррисон в третьих минус делает. Ну, Вортек все-таки вытаскивает, да. 13-2 в итоге. Минус сторон. Юнити. Девочка пишет, хотя бы не ноль. Имеется в виду количество раундов. Поменялись сторонами команды. Видимо, сейчас будет рестарт и продолжится игра. Втроем Б сыграет, решает сыграть у нас Юнити. Ну а Милф пока халдят на нуле. Сейчас будут потихоньку выходить. Проверяя каждый уголок. Он попал, злипал по врапиту. У нас Милф Обливион. Неудачно вышел на них, также Вортекс тоже неудачно, совсем тайминги поймал с гранатой. И заходит на Умилф, и у нас Саймона вдвоем забирает на мидле у нас. Еще забирает фула также. А бомба бежит, ставится на, и последний Триакин остается. Четырнадцать два счет становится на этой карте. О, интересные пистолеты. Да, интересные. Получится ли минус 5 с них сделать с одной обоймы? Вот Трякин сейчас может отлично хаешку закинуть. Там под ноги Юнити. Выходит у нас Милфы на Б. Да, ну и спокойно забирает юнити, которые сидели на Б. Вернее, темку уже пушат. Вортекс, он остается последний. Убивает он Харрисона с бомбой на Б. Остается всего лишь 1 с хп. Оливер находит его, это 15-й раунд для Милф на Дасте втором.
высказывает мнение в чате, что турки чего-то совсем не стреляют. Стрелять-то стреляют, но перестрелять не могут. Ну, сейчас взорвутся хорошо. Ребятки, походу. Две хаешки прям под ноги, но этого недостаточно. Длина у нас выходит мюха. Ну, вроде остановились, пока не торопятся они этого делать. Возвращается назад, здесь спокойно забирает уже мио. Тайм он еще и вортекса забирает. Остается последний дистракт, и флос берет, забирает его. 16-2. Ну что ж, следующая карта у нас будет нюк на другой локации. Поэтому небольшая пауза. Другая локация на другом сервере, игрокам нужно перейти. Да, небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся обязательно. Thank you.
Ну что же, начинается у нас скоро вторая карта. Это у нас будет нюк. Тем временем, пока у нас был перерыв, у нас еще один донат пришел от Гидра, к сожалению, без сообщения. 10 евро, спасибо большое. Ты не знаешь, это Гидра, который вот вчера играл. Он да, русскоязычный, да? Спасибо тебе большое. Очень приятно. Скорее всего, что это он.
Да, пошел у нас рестарт. Скоро начнется игра. На немецкой локации играют. Да, и вроде бы без замены. Венджин играл? Кстати, вот, возможно, он, да, появился? Нет, нет, он не играл на первой карте. Кто ушел, получается, тогда? А ушел? Кто ушел? Ушел Триакин, наверное. Нет, с сторонами у нас оппоненты. Юнити начинают за террористов. Пытается юнити у нас выйти, но Хистри отлично встречает. Минус 3 уже делает. Один там он под пуш у нас улицу делает, там фраг. Харрисон также простреливает на ноль со скрипа. Агрессивно, агрессивно милфы играют. По всем протам они поджимают. Это уже 2-0. Скалу делают подсадки юнити, подсадку. Решаются закупиться они, морковка, диглы. Оливера тоже морковочка, помаса. Калашик, интересно, интересно. Разнообразие оружия, да. Пока ноль юнити забирает у нас спокойно. Милф не торопится пушить. Харрисон снимает желтого. Крип открывается, еще одного Харрисон забирает. Ну в итоге все равно заходит на ноль.
и спокойно убивает Юнити. Хистори на рампу встречает Юнити, но прорывают они все-таки ее. Остаются пока на железе. Бомба начинает вниз потихонечку идти. Да, здесь Оливер поджидал уже на вилке. Но уже чуть получше продвинулись, хотя бы на рампу получилось прорвать. 4-0. А по улице Юнити еще не пытались идти, насколько я помню. Стоит попробовать такой вариант. Ну там сейчас АВП, я думаю, тяжело будет. Снова рампы идут, походу. Оливер принимает. Да, ему все-таки убивает на улице обливина. Мил последний остается с бомбой за красным. Знаешь, что есть АВП в ангаре. Есть ВП у Юнити. Саймон все-таки перестреливает у Энджина. Истри простреливает, походу, у нас на ноль. Да, так и есть, бомба падает на нуле. Мело забирает еще своего, потом погибает от Харрисона, но тут совсем уже тяжело. Дистракция ВП. Ничего не может сделать. Все становится 6-0. Ну, рампа пытается Юнити выйти, один в один пока размениваются они, остаются на радио. Ай, Вортекс с ножом выходит длинно, там Саймон с АВП его ждет. Там же Обливиан. С бомбой остается последний. Вилки выходит в и забирает его. 7-0. Thank you.
Да, попытался Вортекс забрать калаш своего умершего уже друга. Саймон уже троих забирает. Нет, Саймон забирает первого, а до этого Хистри, по-моему, с АВП на рампе забирает двоих. Не ошибаюсь, это был Оливер, конечно же, Оливер. Хистри в итоге забирает последнего юнити на нуле. 8-0 счет. Да, Милфы, конечно, крепкие ребята, тяжело у них забрать раунд 9-0. Стоит сказать, что, наверное, абсолютно всем тяжело играть против такой команды. Три снова поджимает, по-моему, либо простреливает. Закидывают ноль с гранат. Да, есть поджим нуля. Повторяется сценарий первой карты по счету, по крайней мере, точно. Там он два минуса уже делает на улице. Там есть АВП за красным. Хорошая хай от Милф залетает на тройку. Выходит Вортекс. Рампы в Хистри забирает его. Застопорилась атака. Снова на нуле у нас сидят. Ну, не дают, не дают Милфы продохнуть туркам. Поджимают со всех сторон. Играют близко. И
здесь как результат забираю 12 раунд подряд. Хороший пинг у History. Всего лишь 3. Ну, пинг меняется в определенные моменты. 3, 25, 30. Антон, потому что мы профессионалы. Что прошлую карту Unity взяли 2 раунда, смогут ли здесь хотя бы один взять, как думаешь? Твоя ставка. Я думаю, что шансы у них есть на это. Все зависит от действий, которые происходят. Выходит на А у нас милфы. Ставится бомба. Нет, это, к сожалению, без шансов. 16-0. Результат второй карты у нас. Ну что ж, такую, можно сказать, ультимативную игру показали. Показала команда Милф. Одни из претендентов на финал турнира. И первая их игра полностью соответствует этому статусу. Так.
Так, ну что у нас на следующей неделе уже есть некоторые матчи в будни. Да, мы запланированные матчи. Раскрою секрет, уже завтра состоится одна из игр вечером. Анонсы мы опубликуем в ближайшее время. Во вторник тоже, по-моему, игра есть. В понедельник, во вторник, да, запланированы игры. Ну, набирает у нас оборот потихонечку турнир. Сыгранных игр с каждым днем все больше и больше. Это хорошо. Сегодня две игры было. Думаю, можно прощаться на сегодня. Всем, кто смотрел, писал в чате, особенно тем, кто донатил, спасибо большое. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал, присоединяйтесь к Discord-каналу на Nach Studio. Ну, ребята, там, если хотите третий уже там пишут, то можно на это, на Pornhub сразу идти тогда. Либо что-то в этом роде. Вот такая вот шуточка под конец трансляции. Тоже спасибо, да. С вами был Дия, да. Антивольт. Пока-пока. Всем спасибо, всем пока. Thank you.